А сотрудники МЧС и пожарные добровольцы ко Дню матери приурочили свои традиционные профилактические рейды. Специалисты отдела надзорной деятельности Сыктывкара, социальной службы и республиканского отделения ВТПО заглянули в гости к многодетным семьям столичного микрорайона Лесозавод. На этот раз мамам, кроме памяток о мерах противопожарной безопасности, преподнесли подарок. Слово Елене Кононовой. Вот такой противопожарный сюрприз для многодетных семей ко Дню матери приготовили сотрудники МЧС. Автономный извещатель. То есть непосредственно, чтобы его выключить, надо вытащить кроны. Его можно установить хоть на потолке, хоть на стене. При наличии дыма помещение сигнализации сработает так, что даже в соседней квартире будет слышно. Надо только не забывать вовремя менять батарейки. Работает он вообще простой. Да, поэтому. Работает он от кронов. То есть непосредственно выставляете крон, начинает тут мигать кнопочка. То есть он уже работает. Работает, ну вот крон, конечно, работает до 4-6 месяцев, да. Но непосредственно надо следить, потому что они, как обычно батарейки, они могут разряжаться. Вот. А так пульт, на пульт управления они не передают сигнал. То есть он автономный. Это для собственной безопасности, да, для жителей. Для многодетных мам, особенно для одиноких, такой подарок как нельзя кстати. Бывает, что из-за домашних хлопот не всегда они могут уследить за баловством малышей. К тому же сам микрорайон неблагополучный в плане пожарной безопасности. Здесь большинство домов деревянные. Только за этот год от красного петуха пострадали 2 здания. Этот район, он застроен домами низкой противопожарной устойчивостью. Здесь в основном проживают дети с многодетной семьей. Вот. И наша акция, которая сегодня, именно конкретно оказать помощь многодетным семьям, многодетным мамам, вот, установить пожарные извещатели, которые предназначены для предупреждения пожаров. Ну и еще раз довести до населения соблюдение мер пожарной безопасности в зимний пожароопасный период. Такие обходы сотрудников МЧС традиционно осенью и зимой, когда начинается эксплуатация отопительных печей и обогревательных приборов. За этот год в квартирах сыктывкарцев было установлено более 40 извещателей. За 2019 – около 300. Елена Кононова, Михаил Алипченков, Олег Юшков, телеканал «Юрган».